Мои дорогие, привет, привет, добрый вечер. Добрый вечер, пришла с работы, устала. Буду ужинать, буду себя баловать. Смотрите, у меня сколько роллов. Вот здесь, на этой коробушке 6 штук. А вот здесь еще больше. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 8, видите, они ребрышком стоят. Подготовила себе имбирь, подготовила точно такую же коробушку для соевого соуса. Сейчас налью и буду кушать. Буду вкусно кушать. Боже мой. Как это здорово. Так, конечно же, у меня пивко. Я приготовила стаканчик, приготовила две бутылочки. В холодильнике были охлажденные. Сегодня еще взяла таких 6. 6 таких бутылочек взяла. Ну, потому что жарко. Сегодня неимоверно жарко. Неимоверно жарко. На работе такой сложный день был. Ну, вторник, что вы хотите? Вторник и... Мы же в маске работаем, а это вообще невыносимо. А ты еще работаешь в наклон, работаешь с дикой загруженностью, не вздохнуть, ничего. Это отвратительно просто. Поэтому к черту все невзгоды, будем кушать. Так, будем кушать. Приятного аппетита нам всем. Так, давайте-ка начнем вот с этого. Вот с этого ролика. Тык, тык. У меня же васаби еще есть. Так, совсем про него забыла. Давайте немножечко помажем. Чуть-чуть. Ну, не пропадать же ему. Вот он лежит в холодильнике без дела. Ну, сколько можно. Поэтому давайте и васаби положим. Все как полагается. Мне вот нужно как-то привыкнуть салат чуку и кушать. Чуку привыкну, и вообще тогда жизнь удастся. Так. Не очень-то много его, кстати, вот здесь вот у меня. Нужно уже новый брать. Вообще, если честно, васаби это как наша горчица. Мне достаточно еще. Купила все разные. Абсолютно. В торговом центре рядом с работой. А, вот такой вот чек. Вот эти вот, короче, все роллы. Ну, знаете, да, о том, что пиво и имбирь, соевый соус я не покупаю. А то у меня дома есть. Мне дали вот такой вот чек. И здесь вышло на 409 рублей. То есть немного, да? Здесь расписано, какие ингредиенты, какие названия. В общем, здесь у меня, я вам сейчас расскажу, что у меня. Филадельфия Лайт. Так. Так, полный расчет. Бонсай, Дракон, Калифорния Люкс, Филадельфия Крим, Аризона, Бостон, Аляска, Москва, Калифорния, Мариман, контейнер маленький. Так, все что ли? Филадельфия. Ну, короче, не знаю. А вот там внизу состав. Поэтому все, ни медля, ни минуты кушаем. Кушаем, наслаждаемся жизнью. О, боже. Хочется чего-то легонького такого. Блядь. Сука, это праздник какой-то. Иногда ролл вообще не хочу. Иногда в охоточку. Иногда просто в охоточку. Просто не могу. Иногда хочется такого легонького чего-то. Блядь, как это вкусно. Я не могу. Я не могу. Как это вкусно. Холодненькое такое. Охлажденненькое. Смотрите. Видите, да? Приготовила имбирь. Ну, а как? А как его не приготовить? Я же знала, что в этой маленькой коробушке мне будет мало.
дико мало, потому что я его люблю, потому что я его ем в бешеных количествах. Поэтому все должно быть под рукой, чтобы не бегать, а чтобы сидеть просто и наслаждаться жизнью. Просто. Так, а давайте-ка сейчас съедим вот такую вот вкусную роленькую, как торт. Как торт, вот она вообще, как пироженка прямо. Ну, давай-давай. Макайся там. Прям так вот ныряет. Слышите, вода булькает. За друзей. А давайте сейчас скушаем вот такой вот с икоркой, с красной. Какая прелесть. Какая прелесть. Давай, давай, давай. Промокни там как следует. Бесподобно. Сыта, пьяна, нос в табаке. Теперь такого вот рыжика в посыпке. Но у меня все роллы вкусные. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Нужно имбиря еще положить. Роскошно. Так устают глаза от компьютера. Это что-то. Это что-то. Вообще, на работе не получается отдыхать глаза. Каждые 15 минут, чтобы был отдых, это не получается. Нужно что-то делать. Спрашивала у девчонок. С Дашей разговаривала, с нашей на работе. Я говорю, Даша, ты пользуешься какими-то капельками? Она говорит, нет, это же, говорит, все равно медикаменты. Я говорю, так-то оно так. Я говорю, ну это вообще просто сушит. Я сегодня в обед сделала то, что я обещала. И еще. На обратном пути зашла в Кировский, купила одну луковицу. Пришла ее и разрезала, чтобы это, слеза пошла. Чтобы было естественное увлажнение глаз. Вообще очень устают глаза. Нужно глазам дать отдых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 8 штучек осталось. Очень вкусно. Я бы даже сказала, очень сытно. Какую выбрать? Вот такую, вот такую, вот такую, вот такую. Или вот эти вот еще 4. Так. Ники-баники, ели вареники. Вот это вот. Вот это вот с укропом. Ну или кто он там называется? Какая? Пускай мокнет, как следует вымокнет.
сына. Хочу к морю. Не могу. Хочу к морю. Вообще хочу к морю. Она мне снится прямо уже. Нужно что-то сделать. Как оказаться у моря? Я что-то какая-то сладкая. Ой. Видал, что упала? Упала в эту лужу черную. А соевый соус как нефть. Она такая скользкая. Конечно, она упала. Она покрыта какой-то ветчиной. Там точки упора даже нет. Это потрясающе. Мне на удивление угодили в этот раз роллы. Угодили. Упала. Ха-ха-ха. Аж с дымком. Посмотрите, а. Давай. А какая закуска, да, может быть, к роллам? Ну, какая? Ой, не закуска, а выпивка имеется в виду. Японский напиток саке, да? Почему-то мне кажется, что он сладковат. Вот еще какой. Рыба немерено, просто красная, вкусная. Немножко васаби. Много соевого соуса, чтобы прям вот вымок. Чтобы вымок прямо. Блин, как вкусно. Творожный сыр. Инна, что ты подходить-то не можешь, а? А, подожди. Нужно еще роллинку в рот положить. Какая жизнь хорошая. Господи, спасибо. Еще вот, видишь, такой красненький. Такой красненький, такой миленький. Давай, давай, давай. Мокни как следует. Видите? Четыре штучки осталось. Четыре штучечки. Махонькие совсем. Ну-ка. Рыжий, черный. Опять рыжий, черный. Как совпало рыжий, черный. Рыжий, черный. Ничего себе. Ничего себе. Давайте тогда рыжика съедим. У меня мало этого соевого соуса. Нужно подлить. Ни в чем себе нельзя подказывать. Нужно, чтобы он прям утопал ролик. Так. Так. Купаем его. Прям вот мочим.
Это невероятно вкусно. Давай, давай, кругляш. Ой, какой кругленький, скользкий. Ну и вот в прошлый раз такая вот, видите, посыпка, она скользкая. Как не посыпка, рыбой обернута. Сейчас он развалиться может. Он такой опасный ролл. Давай. Еще с икоркой сверху. Ну давай, малыш. Ты что думаешь, я тебя не съем, что ли? Да к чертовой матери, я тебя вот так вот вымочу. Две штучки осталось. И вот сколько пива. Ну, получается 0,33-0,33, 600 граммов. Ну. Они все разные. Все-все-все разные. Поэтому сеты и не стоит покупать. Лучше купить по отдельности каждого-каждого вида. Зачем они нужны одинаковые? Только если на компанию брать. А я сама себе лучше компания. Ой. Промок. Это невероятно просто. Это просто невероятно. Это просто праздник какой-то. А есть что праздновать? Есть. Завтра будет классный день. Я это точно знаю. Я в этом на 100% уверена. Завтра на вечер запланировано грандиозное событие. Поэтому... пустые тарелочки и пивко. Все рассчитано. У меня всегда многоходовка на 5 шагов вперед. Видите, как всего хватило. Вот прям вот на один укус ничего не осталось в тарелочке. У меня в жизни все просчитано. Все ходы записаны. Вам тоже желаю ума.